эмоциями, юмором и хорошим настроением, но это в перерывах между блоками. Большую часть времени лидеры общественного мнения сидят за столами, обсуждают план развития региона на ближайшие 10 лет. Возможность предложить свои идеи и высказаться жителям области дают стратегические сессии «Движение вверх». На этот раз абсолютно новый формат дискуссий для Ульяновской области прошел в Кузоватовском районе. Это уже 6-я стратегическая сессия в регионе. Мы здесь собрались сегодня, возможно, не краеведы, не специалисты, потому что, я повторюсь, много общественников, а вот именно краелюбы. Я считаю, что мероприятие это очень интересное, важное, и, в общем-то, играет еще, я бы сказала, такой эффект у него социальный хороший, как-то вот сплачивает очень наше общество. Обсуждение касается всех сфер жизнедеятельности – экономика, ЖКХ, медицина, образование, культура. Каждая идея проходит через так называемые фильтры реалистичности и критики. Масло в огонь, и так жарко дискуссии подливает модератор. Он же помогает участникам раскручивать их идеи и подбирать нужные аргументы. Таковы условия стратсессии. Идеи пришли с такой, что здесь прозвучали, вернее, с надеждой на то, что будут реализованы наши идеи и предложения по реформированию и обновлению инженерно-технической базы всех населенных пунктов нашего района, а именно это система водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. На сегодняшний день сам проблемный вопрос, особенно по спешному сельскому поселению, это газификация населенных пунктов спешного сельского поселения. В вопросе формирования комфортной городской среды кузоватовцы говорили наперебой. К примеру, выдвинули идею создания семейной базы отдыха. Некоторые в целом предложили сделать привлекательным труд тех, кто занимается благоустройством. А вот молодежь радеет за качество связи в селах. У нас интернет-связь не во всех населенных пунктах. В отдаленных ее нету. И поэтому интернет-связь позволит нам, можно сказать, сделать шаг вперед. Во-первых, это удаленная работа, образование с использованием дистанционных технологий, саморазвитие, участие во всевозможных форумах, вебинарах. В блоке про экономику и бизнес местных жителей выдвигали идеи по открытию детского кафе, возрождению пищекомбината. К дискуссии в Кузоватово присоединился экс-губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. По его мнению, любая стратегия развития должна быть нацелена на сильную экономику и счастье. Мы много сделали для экономики, а вот для того, чтобы дать возможность людям, в том числе, вот как только что сейчас было, почувствовать более высокое качество услуг, например, в области образования, здравоохранения, культуры, досуга, спорта, здесь далеко слишком не продвинулись. Лучшие народные проекты рассмотрит глава региона Алексей Русских. Также они войдут в новую стратегию развития Ульяновской области. Озвученные предложения наносятся на такую импровизированную доску. В перерывах между блоками участники стратсессии выходят и голосуют, по их мнению, за лучшее предложение. Оранжевыми стиками отмечены те предложения, которые полюбились больше всего экспертам. Наша основная цель экспертов, то есть это рассказать, какие основные тенденции в мире наблюдаются в той или иной отрасли до 30-го года. То есть как будет развиваться экономика, какой вектор, как будет развиваться демография. Стратегические сессии пройдут в каждом районе области до середины сентября. Рената Алиулова, Даниил Сурков, Улправда ТВ из Кузоватовского района.